А теперь о спорте. Ветер Каспия. В Махачкале прошел открытый городской фестиваль водных видов спорта, посвященный Дню Конституции Дагестана. Плавание, рафтинг, парусный спорт, кайтсерфинг и пляжный волейбол. Это далеко не все, в чем соревновались отчаянные и энергичные. Об итогах расскажет Дан Шугом. Медалями и грамотами победителей и призеров награждали заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Дагестан Зайнал Салаудинов и заместитель главы администрации города Махачкалы Запир Алхасов. И первое место в соревнованиях по метанигири занимает Магомед Никомагомедов. Первым из участников награды высшей пробы удостоился Магомед Никомагомедов. Выходец из селения Уржаги Акушинского района, стал чемпионом соревнований по метанию гири. Работа в должности заместителя генерального директора Махачкалинского мясокомбината требует постоянного напряжения. И снимать его удается каждое утро с помощью физкультуры на пляже. Здесь есть группа, которой посвящаем каждый день море, занимаемся спортивным образом жизни. И вот, ну так, играем в волейбол, метаем гиру, диски, все, вот, итоговый результат, как говорится, налицо. В рамках спортивного праздника прошли показательные выступления по плаванию, рафтингу, парусному спорту, кайтсерфингу и виндерсерфингу, а также по пляжному волейболу, футболу и поднятию гири. Сегодня администрация города Махачкалы, комитет по спорту, туризму, делам молодежи совместно с Министерством спорта, можно сказать, организовали такой праздник у нас на городском пляжу в городе Махачкале. Фестиваль водных видов спорта. Но помимо водных видов спорта у нас предусмотрены и волейбол, и футбол, и различные другие спортивные площадки. Торжественное открытие этого мероприятия в период отпусков и каникул, как и ожидалось, собрал немало энтузиастов и любителей спорта. Именно к ним, почетным гостям и именитым спортсменам, обратились с приветственной речью представители организаторов фестиваля. Дорогие земляки, в преддверии самого знаменательного праздника Республики Дагестан, Дня Конституции Республики, я хочу поприветствовать всех участников, организаторов мероприятий и пожелать всему Дагестану мира и процветания. Каждому из вас, каждому вашей семье мира, добра, счастья, благополучия. Я уверен, что именно такие мероприятия послужат дальнейшему росту спортивного мастерства, приобщению к спорту десятков тысяч земляков наших дагестанцев. Дагестан всегда была спортивная республика, и стоит задача не останавливаться на достигнутом, развивать новые виды спорта, новые направления развития физической культуры. Символично, наверное, но день для жаркого июля выдался самым подходящим. Легкий прохладный ветерок пришелся под стать названию фестиваля «Ветер Каспия». Дан Шугом, Саид Кутиев, Рамазан Омаров. Время новостей.